По инициативе Республиканского центра формирования здорового образа жизни и при поддержке партнеров по развитию, Центр формирования здорового образа жизни города Бахтад провели фестиваль, посвященный профилактике неинфекционных заболеваний. В ходе мероприятия было отмечено, что для профилактики неинфекционных заболеваний, в том числе сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, необходимо правильно питаться, следить за давлением и весом, быть физически активным, отказаться от курения и злоупотребления алкоголем. Увеличение потребления овощей и зернобобовых, а также снижение потребления жиров и сладких газированных напитков способствует предотвращению многих видов заболеваний. В рамках фестиваля состоялась оживленная беседа с жителями Бахтада, а также была продемонстрирована культурно-образовательная программа с наглядными поучительными сценками и проведена викторина на тему причин возникновения неинфекционных заболеваний и их профилактики. Победителям викторины были вручены памятные подарки.